Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию 5 украинских актрис, которые добились значительных успехов в российском кино. Анна Кошмал. Совсем молодая украинская актриса, которая добилась уже огромных успехов в своей творческой карьере. Большинство наших зрителей впервые познакомились с красивой и талантливой девушкой благодаря сериалу «Сваты». Этот проект оказался действительно значительное влияние на ее дальнейшую актерскую карьеру. В дальнейшем многие российские режиссеры стали приглашать сами Анну для участия в своих кинопроектах. Сейчас на счету Анны насчитывается множество ролей как в украинских, так и в российских проектах. Любава Грешнова. Наверное, многие согласятся, что Любаву можно назвать одной из самых талантливых и красивых украинских актрис в российском кино. Сейчас за плечами очаровательной актрисы множество совместных проектов с не менее именитыми российскими актерами. Но когда-то давно все было намного иначе. Молодой девушке долго приходилось сниматься на эпизодических ролях, пока известные режиссеры все же не разглядели ее потенциал и безусловный талант. Галина Безрук. Молодая актриса украинского происхождения, которая сумела шаг за шагом покорить сердца не только украинских зрителей, но и всего постсоветского пространства. Галина уже в студенческие годы начала активно сниматься в кино. Она бралась за любые эпизодические роли. И в конце концов она добилась своей цели. Сейчас актриса активно снимается в российских проектах и все чаще получает основные роли. Наверняка многие зрители могли видеть эту талантливую актрису в таких популярных сериалах, как ИП Пирогова, «Отель Элеон» и многие другие. Екатерина Кузнецова. Красивая, талантливая и харизматичная украинская актриса, которая сумела добиться отличных успехов в российском кино. Екатерина достаточно долго пыталась построить актерскую карьеру на своей родине. Она хваталась за любые предлагаемые роли, лишь бы только проявить себя. Но по достоинству ее талант так никто тогда и не оценил. Зато в России все оказалось совсем иначе. После успешных съемок в популярном сериале «Кухня» о молодой актрисе заговорили в кругах большого кино. Сейчас она снялась в множестве потрясающих фильмах, сериалах и мелодрамах, за что полюбилась многим нашим зрителям. Антонина Паперная. Антонина – старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской. Она уверенно идет по стопам своей знаменитой мамы. Антонина легко покоряет телезрителей своей харизмой и очаровательным шармом. Она уже снялась во многих рейтинговых российских проектах и не намерена останавливаться. Многие пророчат Антонине большое актерское будущее и успех талантливой мамы. Сейчас на счету этой актрисы такие успешные проекты, как сериал «Кухня», картина «Во имя любви» и многие другие. Хочется пожелать всем этим актрисам дальнейших успехов и достижения всех намеченных вершин. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго и всего самого наилучшего. До новых встреч и всем пока-пока.